Что ж, ребят, а сейчас мы внутри квеста. Давайте думать, потому что... Сразу, давайте начинать. Да. Тут какой-то этот тумблер есть. Да. Опять же, он что-то... Вон петля пошла. Короче... Для людей скажу, ребят, то, что нас заперли в машине в мире Безумного Макса. То есть нас везут на конвой казнить. И, соответственно, сейчас машина просто остановилась, и охранники хотят, чтобы... Вернее, охранники вышли покурить, грубо говоря. И мы, соответственно... Пока у нас есть возможность, мы хотим выбраться отсюда, чтобы... Слушай, нам руль, походу, потребуется. Руль нашли. То есть, и нам нужно пока 15 минут. У нас есть, пока охранники не подошли. Надо, смотрите, надо выбраться. Какой-то магнит здоровый, короче. Так. И тут постоянно, типа, она двигается. Так. Смотри, магнит, руль. По-любому, шестеренка подходит к этой штуке еще. Нет, не подходит. Ты просто, бинокль есть. Нам надо, пока охранники не вернутся. Может, что-то можно посмотреть. Вон там какой-то кодовый замок я вижу. Вижу какие-то антроиды. Еще руль, как в Безумном Максе. Прям. Они же рули хватали. Тут какая-то еще. Так, тут ничего нет в ней. Пусто. Да, противогаз. Еще двигатель. Вот смотри. Запустил двигатель, можешь нажимать красную кнопку. Найдите красную кнопку. Если это, наверное, есть двигатель. А, нет. Подожди, ты вот этот тумблер вруби. Может, смотри. Тут... Может быть, вот так с помощью этого вращать ее, кого, с помощью кого? Магнита, вот эту. Кого именно? Да? Лебедку или так как? Она и так, смотри. Так может, что-то должно подъехать на ней, что-то едет. Вот, там что-то едет с той стороны. Какой-то замок, что ли? Или... Да, замок. Замок? У нас? Надо какую-то шестеренку, по-моему. Шестеренку, подожди. Так, вот это держите, это нашел, короче, какая-то тоже шняга, видать. Привод. Пригодится, да? Так, а вот это... Смотрите, там по-любому нужно ключ. Вот, да, какой-то ключ, чтобы... Ключ. В любом случае, смотри, замок нужно вот отпереть. Еще, смотрите. Ой. Еще одна. Цепь. Да. Цепи. А, там что-то нам ползет. Так, Макс, давай. Это я на себя, или ты давай, держи. Бери. Меня, да, кстати. Надо будет этой штукой магнитом ловить вот эти как раз таки эту всю тему. То, что там я не знаю. Нет, стой, не есть это бинокль, я... Подождите, я... А вот, прочитай, видишь, вот там, вон написано там, что... Схема пуска двигателя. Ребят, в бинокле ничего не видно. Вообще, вот я смотрю по нулям. Тут есть еще... Запустил двигатель, нажми. Вот. Он не зря так отпивается. Посмотри за огнетушителем. Что-то, какой-то... Нету ничего, ключа, никакого. Я не вижу. Подожди. Но он нужен. Стой. Нужен. Сзади что-то. Это лестница. А сверху, кстати, люк, смотрите, он еще не открывается. Он открывается в конце, наверное. Мне кажется, было... Нам надо двигатель запустить. Магнит вот сюда нужен, по-моему. Стой. В натуре, если попробовать. Вот. Магнит. Опа. Так. Нет. Вряд ли. Нет. Это слишком. Так. Нажми, наверное, двигатель. Да. Короче, я понял. Нужно... Ребята, дайте. Подожди. Давай залезай. Там что? Так, подержи, так, стой, пошли. подержи. Давай, я держу. Давай, Кирилл, залази ты вперед туда. Держите. Давай. Только не нажмите так, ничего. Это, так, я полез. Какое-то говно, ребята, если честно. А? Там вот это и люк и есть. Потому что туда будет. Прошу всех на борт, товарищи. И ключ на всякий случай. Так, вот это оставим. Смотри пока, смотри. Все. Смотри, ищи ключ. Давай. Так, ребят. Чтобы нас вытащить, может быть, вы найдете вон там в черепе, посмотри. Сейчас. В коробке посмотри. Подожди, здесь всякие диски. Ребят, ну смотри, все может пригодиться, даже вот эта пружина. Стоп. Красную кнопку можно нажать только когда запустили двигатель, как я понял, и по подсказке. Да. Может, ключ-то и не нужен сюда, но просто вот это был выход. Да, возможно, держи, да. Тут, кстати, лестница даже специальная. Вот, смотри, еще какой-то шмот. Пацаны, перелезайте. Так, это... Можешь просто надевать? Что здесь? Надо открывать. Ребят, что-то здесь еще крутое, смотрите.
ребята, вы знаете, что нам надо? Нам, подождите, нам же надо пройти в эту дверь, значит, так. Кодовый замок. А вот, так, вот. Слушайте, знаете, какой код может быть? Вот, наверное, звонок, 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 звонок. Нет, нет, не то, не то. Нет, бинок нужен. Чё? Чё там? Открыл? Какой? Ну, короче, правильно разглядели. Так. Так. А, ну так мы уже туда прошли, значит, осталось двигатель запустить. Вот, у нас два руля. Ребенок копать. Опа! Ё-моё, ребят, руль! Ребята, руль, да! Попробуй все! Три штыря, три! Три штыря! Забирай! Да, вот, вот он! Подошел! Чуваки, спускайтесь кто-нибудь сюда. Ключ нужен, идите сюда. Смотри, руль подошел. Если все сделано правильно, у вас открывается аварийная дверь в кузове. Ну-ка. Давай. Давай, давай, давай. Красная кнопка, да. Давай, давай, наверх. Все заработало, ребят. У нас с вами 18 минут на это ушло. Мы ушли. Прям достаточно быстро сделали. Макс, 18 минут. Ну, плюс 3 минуты, ничего страшного.